центре Одессы упавшая на проезжую часть огромная ветка чудом не задела автомобиль, остановившийся на перекрестке улиц Торговой и Софиевской. Только счастливая случайность спасла авто от беды. К счастью, автомобиль не получил значительных повреждений, поскольку самая массивная ветка упала прямо позади него, а машину зацепили лишь тонкие веточки. Нужно отметить, что спасло авто только некоторое несоблюдение правил дорожного движения. Ведь остановись оно на стоп-линии, беды не миновать. Как раз тот случай, когда нарушил, и хорошо, что нарушил. Ну а виновница, зеленая акация, абсолютно здоровая на вид. Причем, судя по видео, даже ветра не было. Просто полобалась и все. И сколько у нас еще в городе таких? Кто следующий?